сами спишут. В Госдуме рассматривается вопрос о том, чтобы мелкие штрафы, полученные за нарушение ПДД, списывать с лицевых счетов автоматически. Под мелкими рассматриваются суммы до 3000 рублей. Судебные приставы будут вправе списывать деньги без возбуждения исполнительного производства. В дальнейшем алгоритм могут распространить и на другие виды взысканий. Предложение находится на рассмотрении. Нужно подтвердить. 26 сентября этого года банки будут блокировать счета клиентов при совершении подозрительных операций. Согласно закону, банки при выявлении признаков подозрительного перевода смогут блокировать банковскую карту на срок до 2 дней и направлять клиенту запрос о подтверждении. Перечень подозрительных операций Банк России уточнит в ближайшее время. Лаборатория безопасности. В Пермском крае появился мобильный центр «Лаборатория безопасности». Она размещается в автомобиле Ford Transit, внутри которого есть демонстрационные стенды, столы, макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модели автобусной остановки и автобуса. Автомобиль также демонстрирует зависимость тормозного пути от скорости транспортного средства. Кроме того, в нем отрабатываются правила применения детских автокресел. Лаборатория в ближайшее время приедет и в Соликамск. Пора прибираться. Ежегодно в Соликамске проходят чистые игры. Так, 7 июля все желающие приглашаются на уборку Дубравского леса и Ланинских полей. Важно, чтобы принять участие в уборке, нужно зарегистрироваться на сайте cleangames.ru. Наши там. С 22 по 24 июня делегация из Соликамска находилась в Тюменской области на фестивале малых городов России. Соликамск был представлен на арт-площадке, в рамках которой была организована масштабная уличная картинная галерея. Гигантская мозаика с изображением соликамских достопримечательностей, таких как Свято-Троицкий собор, Соборная колокольня и Богоявленская церковь.